Привет, дорогие друзья, с вами Сэр Шнайдер и мои друзья. Поздоровайтесь. Всем привет. Пока. Сегодня мы будем играть в различные мини-игры, как вы уже знаете, потому что мы постоянно играем. И мы сегодня, наверное, на Барсе будем. И, как всегда, на Цитоксине. Да? Да. Или давай что-нибудь уже еще? Заходи. Угу. Давай так уже у нас заходи. Тройной Бэдварс. Давай тройной. Давайте потом в одиночку сыграем. В одиночку я вас всех сделаю. Лол. Ну я тоже вообще-то умею в одиночку играть. Не, я тоже не тупой. Вот на Хайвен. А вот на Хайвен Си в одиночку я капец играю. Там мостиком сразу строю. Да, кстати, на Хайве там очень удобный мостик. Ах, ты все украл. Да. Блин, тут ТНТ стоит 10 золота. Смотрите, будет. Давайте сначала застроим кровать, а уже потом. Я буду нападать. Будем... Я уже буду нападать. Но я застраивать кровать как-то не очень. Только... Я буду строиться. Я не буду застраивать кровать. А кто будет? Я буду нападать. Я буду нападать. Я тоже. А я буду строить кровать. А? Это пока я застрою аккуратненько, потом развеемся так. Когда будем развиваться. Так, дайте. Давай. Я пошел строиться к центру, наверное. Последнее золото. О, вот все. Люди, я строю с... команды. Кстати, давайте я сейчас к алмазам построюсь. Блин, только смотрите, вы кровать застраиваете. И причем одеваетесь, потому что тут я сейчас к алмазам строюсь. Так, пока что все идет отлично. Но вот не отлично то, что синие к ним строятся. Я что-то синих побаиваюсь как-то. Надеюсь, что они... Да. Во-первых, а во-вторых... Не... Тихо! Эй, тихо! Они сейчас... Он чё? Ел. Короче... Нет! Что за фигня? Давай добивай её, добивай. Ладно, сейчас я пока хоть ты... чуть-чуть застрою. Да, я, конечно, застраиваю хрень. А в смысле я не могу строить блоки? Давай, прыгай. Это кому? Блин, не стрёмно. Не к тебе. Прыгай. Короче, я нападаю, братаны. Смотри, ты... Я сейчас куплю ножницы и буду из шерсти. Интересно. Давай, к нам идут! Блин, я сдох. Кто? Ива с соусом барбекю, благодаря... Скидывай ее, скидывай. Не лезь вверх. Она тебя так скинет, и ты умрешь. Тебе сейчас вообще не выжить. И ей, если она, конечно... Да. Я хитрый стал... ход, хитрый ход. Сейчас мы их позлим немножечко. Я крыса. Алмазы, я собрал алмаз. А я крыса. Получай что-нибудь. Да, кстати, крысу поставьте. И, кстати, смотрите, давайте накопим очень много железа. О, кушка. Крысы идут. У меня есть ножницы. Нет, уже не. Там, короче, девочка спрыгнула. Она спрыгнула и сдохла. Я вот об этом тебе и говорю. Смотрите, копим железо, всегда им делимся. И купим себе железного голема. Хорошо? У меня 6. Все, синим кровать не жить. Все, они сдохли, считай. Им что, кровать разрушили? Да. Че? Жалко, ой, я хочу. Я сейчас убьюсь. Офиг, пусть убивает. Все равно ты возродишься. Эй, я хочу жить, у меня 7 алмазов. Нифига себе. Иди улучши что-нибудь. Возвращайся сюда. Стой, не беги. Блин, ты чуть не свалился. Ладно, пацаны, давайте пойдем сломаем им кровать. И останемся. Так, подожди, у меня уже кого-то TNT. Сломали. Пацаны, у меня есть TNT, я могу кого-то. Ой, как делать. У кого-то забомбит.
Может забомбить. Я убил одного чувака. И собрал один алмаз. Давайте к зеленым подстроимся. Не советуйте это делать. Если золото накопите, и к зеленым подстройтесь. Пацаны, а накопите... Вот смотрите, у меня есть стак железа. Соберите еще один стак и 22 железа. Тогда мы сможем купить все железного голема. Я улучшу. О, молодец. Исцеляющий бассейн. Я как раз хотел улучшить. Так, пойдемте им кровать ломать. О, там зеленые через них прошли. Да не бойся ты, не бойся. Зеленый у меня тень. Просто, понимаешь, у меня... Он невидимый. Он невидимый, беги. Ой-ой. А где он? Он невидимый, говорю же. А он меня бьет, вон он. А вот ты, блин. Сила, нет! Я сдох. Я тоже. А ты живой? Да, Барка живой. О, это что тут происходит? Нифига себе. Что тут произошло сейчас? А, понял. Давайте еще одну игру. Давай. Я говорю, на зеленых не надо было лезть. Вот если бы на зеленых мы бы сейчас поехали, там бы вообще было бы не жить. Да ладно. Кстати, а тут очень легко до центра добираться. Тут просто до алмазов копаешься, точнее не копаешься, а добираешься. И там уже проход на центр. Я буду копить золото. А я на месте коплю. Что ты делаешь? Ладно, пофиг. Мне еще одно золото. Одно золото. Не берите золото в эндер-сундуке. А где тут эндер-сундук? Ты что, нету сундуков? Жалко. Я только что видел сундук. Так, что мне купить? Я пошел строиться. Дай мне. У кого есть три золота? Пожалуйста, дайте. Три золота. Всего у кого есть три золота? Два золота. У кого есть два золота? Так, подождите. Золото, пожалуйста. Серебро. У меня есть одно золото. В обмен на серебро. Иди сюда. Да, пофиг. На золото. Это мое золото. Так, ну ладно, заодно купим себе блоки. Все, я пошел на атаку. К нам строится! Блин. Нам строится. Ты что, думаешь, у меня нету ножниц? Давай. У меня ведь есть железные. Ну и зачем? Сейчас смотри, что будет. Сейчас смотри. Опа! Какой-то малыш нас испугался. Я скину пацана. А почему мне его не засчитали? Жалко. Смотрите. Ты что там делаешь? Какой смысл делать воздушный бит? Пацаны, я пока у кровати побуду. Это что-то мне как-то стыдно. Помогите красный строить. Подкиньте мне хотя бы блоков. Потому что они у меня уже кончаются. Максим, подкини ему блоков, плюс. Я кровать обшиваю. Я наверху строить к ним. Так, надо бы вот это вот сделать. Подкинь блоков. Там красный. Ты что, железный меч не купил? Не надо динамит копить, лучше... Давай, стройся, Макс. У меня есть зловещий план. Все. Эй, там красный строится наверх. Ой, тюжи пути.
Блин, тут, короче, чуть красный на нас не напал. Я тут стою на базе, потому что... Так, мне выше его стены. Опа. О, молодец, молодец. Да кто? Да, ломаем. Угу, молодец. Так, а я... А вы молодцы. Вы сверху построились. Теперь у них есть воздушный мост. Пацаны... Блин, кровали. Я же хотел ломать. Ну, тогда добиваю их. Добиваю. Если их... Смотрите. Давайте соберем очень много железа. У тебя сколько сейчас железа? Максим? Я одного пацана убил. Максим, зачем? У меня 59. Положи... К вам идут! К вам идут! К вам идут! Счастье! Ах ты, педик! Блин! Вы видели это? Да, все читали. А кто, кстати, эти блоки поставил? В смысле? Я. Так, я это не покупал. О, лол. Феликс. Чтобы я не сдох, молить. Вот у меня такая высота. Ты, зачем он построился на такую высоту? Чтоб он тинти сбросить, а нифига не получилось. Ах. Я не сдох. Поиграем в зооп? Да блин, кто этот путь желтый стоит? Не знаю, что... На голема купить. Я бью, 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 бью! Блин, у кого-то был стак? Забиваю, у кого был стак железа? А? Я голема хочу купить. Кстати, почему мне на кого-нибудь не наступить? Пацаны, давайте, я уже устала хранить. Меня убили. Да, у них разрушили кровать. Кто подожди, не собирай. Дай железо. Отдавай. Я почти кровать сломала. Максим, у них уже кровать сломали. Их не сломали. Ты видишь, там галочка у них. Дай железо. Пацаны, дайте железо. Блин, тогда кровать не разломал. Я не понимаю. Я думал, у них разрушили, а нифига. Пацаны, не давайте. Тогда я наберу 10 железа и все. Я хочу голема сюда купить. Давайте голема купим. Скидываемся. Скидываемся. Вот сюда у кровати. Пацаны, скидывайте все железо, которое у вас есть у кровати. Эй. У тебя сколько железа? Я кстати, не... прокачайте генераторы. Генераторы прокачайте. У меня нет алмазов. Да блин, ну дай. Все, у меня здесь золото. Я пошел разрушать кровать. Ты отдай все железо, я голема хочу купить. Подожди, я блоки куплю. На все железо. Нет, не на все. 300 хватит, на. На, 300? Давай. Нет, у меня не 300. А сколько? Да капец, они читеры. Кто? Такого патрона. Красные. А кто тут? Вы пути красные мне стройте, вы понимаете, что они нас так сломают? Если стройте, то убирайте. У меня нету ножниц. Кстати, зачем компас? Нажми на него, узнаешь. Кстати. Пацаны, я им сейчас разрушу, наверное. Блин, тут нету сундука. Я им тинти сбросил. Если я им кровать разрушил. Я им кровать разрушил, пацаны. Молодец.
только теперь нам сейчас будет хранты готовить. Пацаны, скиньте еще. Ладно, последний. Надо 22. Я сейчас голема буду спавнить. Да не собирайте железо. Эй. Ну, мне надо. Ты понимаешь, что я голема сейчас куплю? Мне надо еще все больше. Два. Раз, два, три. Я, блин, все свое золото на TNT потратил. Видите, что теперь? Сейчас крутую купить. Не могу. Вы видите, кто у нас? Да, вижу. Только его не толкайте, а то он упадет и все. Да, блин. Пацаны, вот вы дали трап, прокачали трап. Трап фигню прокачайте, чтобы у нас вот это было. Ловушка, чтобы мы знали то, что к нам кто-то пришел. А чё красный живой-то там? Один красный остался. Да вон он. Пожалуйста, к алмазам, алмазы соберите. Потом убираем, понял. Один алмаз потратьте на то, чтобы прокачать ловушку. А то это... Я тоже пойду, хочу разломать. Зачем? Зачем мне алмаз? Ну, чтобы ловушку прокачать. Я сейчас буду нападать. У тебя TNT есть хотя бы? Нет. Ну, так купи надо. Потому что TNT сломал им кровать. Они дорогие. Пока что. Они недорогие. Там я синий понимаю. Читер. Там синий меня просто убил. Вы понимаете, что это был читак? Он килаурой. Ну вот невозможно так убить железника. Все, красных нету. Что это сейчас было? А шарпнес можешь прокачать? Шарпнес. Ну, не осталось. Сейчас железо еще накоплю и золото. Потом пойду на зеленый. На только мне нужно два. Да не мешай. Золото. Мне тоже. Батини. Так. Давай тогда на зеленых вместе нападем. Давай, я фаербол куплю. Я купил фаербол. Зачем фаербол? Он даже не разрушает блоки. Он разрушает. Он разрушает. Ну, эндерняк он не разрушит. Разрушит, я видел. Короче, давай. У тебя сколько золота? 4. А у меня 5. Все, 5 золота. Шесть. Че, у нас кровать сломали? А, вон 3. Нет. Я что-то... Там синий с килаурой. Ну, это понятно. Не, ну он реально скиллал. Ты бы видел, как... Вот смотри, он хуже меня одет, броню. Я его бью, а он меня, во-первых, отталкивает как-то. О, я... у меня 10 золота. У меня тоже. Я тебе не купил. На все железо покупай вот это. Что? Фигню. Ой, шерсть покупай. Шерсть? Так, подожди, дай 10, дайте 10. 10. Ой, точнее не 10. Подожди, сейчас. Я куплю себе рыбку. Вот все, я куплю себе рыбку.
Давайте быстрее разрушать синих. Смотри, что у меня есть. У меня есть рыба, которая будет их кусать. Ну ты знаешь их. Пойдем. Ты где? 8 алмазов. Быстрее возвращайся на нашу базу. Алло. У меня залагало, подожди. Я тоже вижу, что у тебя лагает. Я покупаю себе фаербол. А у меня есть еще айсфиш. Айсфиш купи. Это такая рыба, которая будет искусывать. Она сколько стоит? 50. У меня нет что-то. Ладно, давай, у меня есть рыба. У меня есть тинти, у меня есть фаербол и все на свете. Пойдем. Пошли. У зеленых уже нет. Я будем это нападать. Знаю. Синие, они очень сильные. И боюсь сейчас. Пойдем. Пошли через красных нападать. Ага, вот через красных. Давай. У тебя сколько, кстати, блоков? У меня где 3 стака. У меня тоже 3 стака. Ой, ой, сзади, нападают! Сзади. Блин, не инвентарь. Их трое. Блин, они сейчас к нам пойдут. Блин, ты зачем путь восстановил? Они идут. Да, ты дебил. Ты зачем путь восстанавливал? Все, они нас убьют. Они уже строятся вверх. Вверх, значит? Вот видишь? У тебя есть 50 золота, чтобы фаербол? Пипец. Не бойся, я сейчас тоже вверх построю. Ты посмотри на них. А, голем уже агрится. Где они? Ловушка. Вон он, вон он. Бей этого падла. Вот видите, не зря я голема купил. Блин, мне сейчас придется упасть. А он там что, не сдох? А вон он, вон он, вон, наверху. У меня сейчас лагает. Ты капец. Да читеры! Да я тебе говорю, что они читаки. Они бьют очень сильно. А давайте теперь, кто сильнее?